написано, как готовится это блюдо. Пойдем пробовать. Есть хочется уже, Макс. Сегодня лапша, завтра охотничьи колбаски. К слову, готовил Макс всегда. В 11 сделал борщ, мама похвалила. Теперь уже в рамках личного канала готовит или просто пробует продукты и делится впечатлениями со зрителями. Я не делал какой-то сеттинг на кухне, не обвешивал чем-то, красот не наводил там. Не вылизывал нигде ничего. Обычная кухня обычного среднестатистического крестьянина, который вот зашел на кухню, берет и готовит что просто, что есть. Видеокамера, простенький компьютер и айфон, купленный в кредит. Снимает и монтирует видео Максим тоже сам. Порой монтаж занимает 5-6 часов, но если цель поставлена, Богдан идет к ней. И вообще, без цели жить нельзя, уверен наш герой. Если я проснулся утром, мне надо знать, зачем. Угу. То есть мне что-то делать в течение дня надо. Ну, жить просто, чтобы есть и спать, как бы, ну, странное такое времяпрепровождение. Его жизнь не была легкой. Сначала в 25 умерла мама, потом, когда шел с работы, неизвестные ударили по голове, да так, что долго учился говорить, а левая рука перестала работать. Позже зимой в нетопленном доме отморозил ноги и остался без них. Но судьба все же преподнесла подарок в виде любящей супруги. У нее и имя – Любовь. Да и правая рука работает исправно. Вот так мастерски Макс чистит картошку. Сегодня готовит и пробует это блюдо, изрядно приправленное луком. Кстати, лайфхак от Макса. Промываем от крахмала, она тогда будет зажариваться намного лучше, поджарка будет, карамелизация, и слипаться не будет, будет рассыпчатая. За несколько лет, что существует канал, Макс заработал порядка $100. Говорит, за деньгами не гонится. Главное – зрители. Многие уже стали просто друзьями, которые от души дарят то, с чем канал становится лучше и интереснее. Я вот хотел, допустим, купить нож «Самура». Стоит он дорого. Я, прежде чем покупать, спросил у Ильи Лазарсона, что он думает об этих ножах, стоит ли такую сумму на них тратить. Он говорит, Макс, забей, я тебе тупо пришлю их. При отношении того, что это известнейший канал Ильи Лазарсона, Зона Лазарсона подарил ножи. И еще раз о целях. Помните, Макс говорил, что без них никуда. Так вот, он давно считает калории. Для колясочника важно быть стройным. Он скинул уже больше 25 кило. Так что сам только пробует, а готовит для других. Вы ведь явно не пробовали омлет из попкорна. Это ноу-хау Богдана. Есть люди, которые благодарят за видео. Это самое главное, это отдача. Вот это она есть. Любой рост человека, это всегда хорошо. Хуже деградация, падение. Если я там не вышел, снег не почистил, не убрался, или пресс не покачал, не приготовил, не смонтировал видео, хоть что-то на минималках сделать просто, это уже, ну, ощущение, что не зря прожигаешь жизнь. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.